Никита Иванович, он, наверное, боится сейчас заходить, потому что он напор женщин не потянет. Слишком много девочек в чате, он боится. Можно ему на мобильный позвонить? Но он не возьмет, наверное. Да. Здравствуйте, это Ева. Слушаю вас. А где Никита Иванович? Если что, вы можете оставить Ренате Рустамовне сообщение. Что передать? Кому? Я все записала. Что-то еще хотите передать? Че? Неловко вышло. Нету Никиты Яворича. Номер на другого чела, ну правильно. Чтоб никто не диспалил. Паша, Ренат, имя такое, ну реально, никто не поверит. Ну реально. Как неудобно. Вот это рофл. Слушай, так это тот самый номер, на который я ему звонил 5 лет назад. Все, перестань, Валер. В смысле, я тебе женщине какой-то звонил? Рената какая-то. Литвинова. Слушай, может, это на жену оформлено? Потому что, типа, может, она же все забрала у него, а типа номер остался ее. Он типа номер урвал себе. Может такое быть? Типа номер урвал себе, типа. Долбоеб. Заткнись. Нашалили. Так, вы ничего не говорите, поняли? Это секрет. Не говорите ничего. Ничего не говорите, понятно? За Ренат бань. Юсик, бань всех за слово Ренат. Никита Яворич, других не бать, нету тут, блядь. Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. А, здравствуйте, Никита Яворович. Здравствуйте, здравствуй, батек. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А я что-то Лолочку в чате не вижу. Она все. Покинула чат, правильно? Она после того, ну, что вы там наговорили, больше не приходит. Она обиделась. Никита, а если что, это, ну, если пропущенный там на телефоне будет, то это не мы. Да, один у меня из Америки мне звонил, этот, как его, Байден звонил, хотел справиться в подъезде у меня. Я говорю, как его зовут? Джо. Джо. Там говорю, какой-то это самое, ну, какой-то этот автоответчик ответил, непонятно. Там чего-то именно имя отчество назвали, мы вообще не поняли, о каком речь. Ну, мы... А я думал, это этот звонит. Мы не туда попали, наверное. Толя звонил, мне показалось. Я отправил запрос у... Да, я добавил, тебя добавил, ботва. Спасибо, Никита. Я рэп твой слушал, прям, я не знаю. А, новый который? Конечно. Я тоже вот отправил. Трава, мурава. О, нашел. Вот, дота, это легендарно будет, Валера. Только давайте так это, на победу. Конечно. 100% мы сейчас прям сильно были. Только на победу. Не, так, Никита Юрьевич, вы хоть расскажите, какая она? Хуйню, но если два игрока, какая вообще она? Не, девочка. А, девочка. Ну, значит, ну, вечер не удался. Она, значит, купила себе, как это правильно, толстовка, свитер. И там айсберг написано. Я уж не знаю, я уж не разбираюсь в дорогих вещах. Айсберг написано. Ага. Я говорю, как салат, что ли, это айсберг? Ну, все, она уже была расстроена. Вот, а потом я сказал, что это в 28 лет уже с ребенком, и говорю, господи, это стыдобище, вот, стыдобище. Говорю, при советском власти тебя бы уже это,
соседи стороной обходили. А сейчас я говорю, видишь, какие нравы. Ну, в общем, разговор не удался, будем честны. Будем честны. Все пошло не по плану. С айсберга, я бы даже сказал, салат. Что ж она такая нежная? Ну, я не знаю. Я говорю, и потом я всегда, когда я говорю, не мудрено, что тебя муж бросил. Он говорит, это я его бросил. А нам ГИМО кончило, значит, ГИМО кончило, там, языки знает. Вот, я говорю, ты, говорю, языки знаешь. Я говорю, ну, ты не знаешь язык любви. Тебе он недоступен. Вот, да. Ну, и, в общем, меня попросили, говорят, иди, блядь. Да я-то что, до шрака пошел есть, и, так сказать, не доел. А у нас сегодня тоже тут инцидент был. У нас вот этот вот Батуа, да, он сегодня, он же там девочку какую-то полюбил 19-летнюю. Он сегодня духи ей за 30 тысяч купил, наделся на секс, и в итоге ничего. За сколько? За 30. Я рассказываю. Рассказываю, значит, некая пожилая хуйня. Фотками духов, которые хочет купить, и всем рассказывает, что это не он покупает. Да. А так уже? А вы в переходе бы купили Том Форд, там вот у меня есть друг Кирилл, он пошел по пьяни, купил Том Форд, говорит, вот какие духи по акции купил. У меня есть друг Денис, он точно так же сделал. А-а-а, Валерочка, это вы покупаете такие? А я при чем тут Денис вообще? Все. Опа. Рикки-тикки есть. Опа. Это историческая игра, Валера. Давайте. Да, победа. Батя, ты нас... Бери этого, батя, не бери вот это, бери Tidehunter. Tidehunter. Это где? Сила, ловкость? Ты можешь на клавиатуре написать. Tidehunter. Это сила, третий ряд, снизу, играешь. Третий такой, зеленый. Все. Ты новичок? Да, он тебе подойдет. Ты там одна кнопка. Ты новичок? Да, и он ты его новичок? Тяжело пробить, долго будешь жить. О. Я всем новичкам рекомендую. А почему у меня голосовой этот не работает в доте? Замок висит там. Это потому что мы мобильный не привязали, Валера. К аккаунту. Конечно. Это сейчас там габен. Так сказать, если мобильный не привязан. Так надо, блин, привязать. Да нет, Валера, не поможет вам. Просто вы наказаны. Батя, выберите, пожалуйста, нажмите на зеленого человека. Нас сейчас отправит обратно. Батя, жмите. Как куда? Батек, жми на зеленого, сильнее жми. Выбрать надо. Видишь, у нас монеты капают. Сейчас нас отбросят обратно. Да не нажал! Батя, жми, да. Вот. Сейчас я доширак возьму, вернусь. Хорошее начало. Я на топок тогда, да? Да, я на топок с Батуа. Куда? На топок, верхушка. А мы с лечом, ну ладно. Батуа стал банкротом, потому что купил духи за 28к. Зло незримо. Да, дожили. Ну да, я бы никогда, блин, я бы после секса, может быть, тогда подумал, блин, какой подарок. Она ему мало того, что не дала, так это вообще пиздец. Батя, в общем, вы, так сказать, ищете новую жертву для исполнения рэп-песни. Да. Да, чтобы влюбиться и посвятить ей. Нет, так он уже 3 песни про одну написал. Радусь. Я не знаю, когда это закончится, там, все про нее. Батуа, надо, знаешь как, добивать криповку, чтоб это, ну, деньги капали. А вот и я. Ага, я знаю, я помню. Да. Все, братишка, нас уебут сейчас, надо убегать. Ультиматуму. Тебя убили, да? Нет. Не-не, Батуа, пиздец ты, конечно, блин. Зачем ты сделаешь фидинг, блин? Ты сейчас нафидил чела. Ну, раз так надо. Не-не-не, это, ну, да. Просто меня заморозил, и все. Да. Тебе нельзя умирать. Ты так, когда ты умер... О, Лолочка пришла. Лолочка, привет. Здравствуй, Лолочка. Надеюсь, Лолочка сегодня как-то... Шумно, как а что это чамар тут, бля? Валера, а чё у вас все модераторы женщины? Я понять не могу. Лишь бы не заметили. Ну, чтобы, как бы, порядок был в чате. Не, у меня не все. И сильнее. Чего не все, есть. Еще у меня батя тоже в модерах. Какой стример, такие модераторы? Да, не удивляйтесь. Сука. Братишка, тебя ебут. Отвлекательный. Момент. Еду, Валер. А почему ты 3-го уровня? Кто? Да. А, Батуашка. Я... Арбузный мальчик. Арбуз, иди на базу отрегенься, то убью же сейчас. Лишь бы не заметил. Сейчас я доширака чё ем одной рукой. Это заметно.
Ну, ой, слышно. А я уже троих убил, пока вы там жрать не едите. Что-то не видно. 0-0 у вас, Сарера. Это скрытный пул. Да. Скрытный пул, да. Во, врач Кранс! Низина. А, Джакира пришла, Джаконда. Убили Валера. Я ухожу, персонажи убегают. Прыжок. Посмотрел прошлый стрим. Как же Никита и Гори лично валил базу. Попустил всех модеров. Всегда неизвестно, чем она засрал и поставил на путь истинный. Да, Никита Ярич, говорят, понравилось, как вы поставили на место женщин. Вот. Сможете повторить? Базу, базу про женщин. Словно шепот. Базу про женщин. Ну, Валера, одно и то же мы не можем повторять, если... Не, может что-то добавить, может что-то недосказали добавить. А что здесь добавить? Вот про ковша я сегодня узнал. Ковш будем давить. Еще незаметнее. Ну, вы бы Лолочке ковша сделали, да? Какой Лолочке, блядь? Она, во-первых, она не русская. Какой ковша? Я что себе, блядь? Закаленная сталь. Нет, никаких ковшей. Вот. А во-вторых, она у нее хреборезка слишком пиздильная. Ты труп. Капша давать. Ну я фотку ее скину потом попозже. Там. Давайте. Детей буду пугать в детском саду. А что вы будете в детском саду делать? Башню атакуют. Силы стреляют. Не, вы лучше расскажите, вот что там сегодня вообще, как все началось и как вообще в целом закончилось. Ну как, ну там все завертелось так, переписка, как обычно. А долго, ну, переписывались так... перед встречей? Да нет, я два. Я не такая, жду трамвая. Ну я всегда женщин покоряю своим умом, Валера. Потом, когда они видят, говорят, о боже, еще и красивый. А потом, если еще и в ресторане заплатят, думают, еще и богатый. И все, как сказать, она уже наповал. Слышишь? А потом вечером я с Доширакой играю в доту. А потом просто я считаю, что я высшая форма творения Господа, и мне с ней не по пути. В институте я с девочкой. Она мне нравилась. И как выяснилось, я тоже ей нравился. Но мозгов-то сказать ей не хватило об этом. Она все, я все ждала, когда ты скажешь. Я говорю, ну что, дождалась? А сейчас она в Бутово живет. Двоих бастардов родила. А, в Южное Бутово. Северно, по-моему. А, я знаю, у меня там есть, да. Одна тоже, ездил к ней. Лолочка, да? Не, нормально. Последний удар. Во-первых, они уже как скукожены всех, с возраста становятся. Вот если посмотреть на нас с вами, ну да, да. Лысина, да, да, есть проблемы, есть, не будем отрицать. Но это не самая главная же проблема. Вот наша. И я. Да это вообще не Валера, проблема. Вы мне нужны на меду. На меду нужны, иду, Валера. Иду, да. На меду, на меду. Батуа, батуа, улыбнися. Да, сука. Валера, покажите счет зрителям. Да. Так, счет, значит. Да нахуй надо. Уа, батуашка. Ты не понял, я не разбираюсь, хуй, вот что там за цифры. Не, нормально, нормально, для начала нормально. Ваши центральные казармы. А скоро разрушены. Конец уже будет. Там у нас уже все подснесли немножко. Да это ваши мелочи. Ветер дует на лицо мне. Охуенно листья падают и растаю с тех на дороге, по которой я иду. Нихуя себе, как я иду. Ёбаный в рот, у меня есть енот. Он насрал говна, а я понюхал его пот. Ого! Ну все, поиграли. Так, а сколько не у нас понял. ММР теперь? Поиграли. Подожди, мы проиграли, мне показалось? Опа-на! Подождите, я Лоли стих пишу. Рэперский? Сейчас. Я пока два только написал. О, у меня новый уровень. Сейчас, Валер, я допишу в следующий раз. Значит, смотрите. Рэп. Лола, хряп не корвалола. Если пенис вдруг большой во рту, сейчас я просто, то хряп не валидола. Лола, ты как сыр горгонзола, стоишь до хуя, а толку нихуя. О! Ого. За две минуты, Валера. Лола, нормально, тут батя напрягся. Батва, теперь ты про Лолу. Да. Лола, я увидел тебя, и мне стало очень клёво. На твой инстаграм я шликал, пока в доте пикал. Айо. А теперь я. А теперь я. А теперь я такой тоже.
Лола, 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 ты лучшее средство от запора. Когда на тебя смотрю, я срать хочу. Я срал, срал, срал и насрал, потому что я тебя обосрал. Вот, ну, вот, знаешь, Никита Ильич, смотрите, вот гайд для вас, как пускать ковша. Давайте. Вот, пожалуйста. Друзья, всем привет. Я понял, что многие люди не знают, как правильно пускать ковша. И сегодня я вам про это расскажу. Чтобы пустить ковша, нужно, во-первых, на руку. И потом уже ковша. Ну, поняли, да? Ковш пущен. Бля, я боюсь, на руку. Что... И потом уже ковша. Ковша секса не будет. Друзья, всем привет. Расскажу вам топ-стори. Это Батуа снимал, когда он приезжал. Значит, был в Самаре. А Валера говорит, приезжай, и дал адрес. Я приезжаю, но он идет такой, такой типа крутой. 7.2 челленджер. Женскую, ну поздоровались. А я думал, что вы в Таиланде. Он, я говорю, нет, это самарские берега. Он говорит, я сейчас. Это у меня со двора выходишь там прямо. Говорит, я машину купил, в ней полный привод, кроссовер, максимальной комплектации, мощная, крутая. Да. Я говорю, это что, новый Rolls-Royce? А он такой, знаете, так посмеялся. Говорит, нет, это Нива Шевролет. Ну как, Никита Еблевич? Ну как? Как, честно ли, как надо? Если честно, то хуйня. Не понял. Ну как? Консервная банка, блядь, сука. Я механику вообще даже водить не умею. Как вы ее водите? А это вы в жилете в перчатках, да? Да, да. Хуя у вас ляжка, блядь. Вам бы похудеть Валера. Вот это, сука. Кто? Купил себе. Ляжка здоровая, говорю. Нива, ляжка. В смысле, она накачана? Все работает, все есть. Прям жиром накачана. А вот это руль, через сколько вот так протерся? А это не протерся, это кожа напа. Насадка, наклейка, ну, накладка. Какая, сколько пробег у машины? 81 тысяча. Выкидывать надо. Чего? Понял, да, ну вот так вот сбоку как она вообще? Ну сбоку ничего, диски хорошие. Диски хорошие. Да, достойные. Диски это я отдельно урвал за 40 тысяч. Ну лодка ничего, сразу видно, настоящий Китай. В смысле это Китай? Гладиатор. Это гладиатор, а, там имена. А, это, а где такую лодку шили? В Самаре. В Самаре, блядь, вам сошьют лодку, вы не потонете. А номера есть у вашего прицепа? Да. Покажешь? А, нельзя, понял. Это капа у вас или кария? Обувь. У меня просто нога деревянная, там не видно. А что? Давайте с вами съездим на рыбалочку. Да. Точка поедем. Будет какой-то комментарий насчет данной походки? Ну а что, сразу видно, что, так сказать, протезы. У вас бедерный этот сустав стерся, скоро менять будут. Ну или, как сказать, яички мешают. Ну, судя по тому, что вы покупаете, они вам не могут мешать. Ламода, я слышал, вы на Ламоду ходите. Бля, вот я хочу сказать, вот он типичный мужик, блядь. Все для женщины. Купил плавки все за 1000 рублей, тапка грязный весь, чухан. На машине черт знает пойми какой. Зато бабам с ламодой, с сумочками, со всем. Вот, да, знакомо, да, Валера? Вот так мы и живем. Я не удивлюсь, если у вас еще дырка в этих плавках какая-то протерлась, блядь, от того, чтобы 1000 лет, блядь. Есть, что, кстати, на трусах дырка. 20 лет назад. Классика, классика, классика. А вот это капа, я даже не знаю, что это за марка, Валера. Кара. Кара, кара. Небесная, так... блядь. Это плавки вообще-то плавательные. Да? Это плавки. Ну, я ж на Волге. Не, я вам скажу, я как женой развелся, купил себе плавки Кевин Кляйн. Вот раньше у меня плавок Кевин Кляйн не было. А знаете, сколько я зарабатываю? Сумасшедшие деньги. А плавок таких не было. И у вас, Валера, вы заживете новой жизнью. Вот. Кара у вас, плавки. Вы подумайте, Валера, подумайте. Да. Да. Ну да. Протер дырочку.
Я понял ваш намек. То есть я чухан, да? Я такое сказал? То есть я, получается, я такой... рыбак. Рыбак, да. Да, да, да. Зай, да я быстренько покажу и все. Да. Батя, ты давай без дела сиди, пиши рэп. Я могу сейчас. Не могу. Я исписался. Для тебя всегда найдутся. Валера включает колонки, чтобы слышать, о чем мы говорим, чтобы мы лишнего ничего не сказали. А он, как вы думаете, ламоду сможет удалить? Нет, там уже оплачено, как он дарит. Понимаешь? Потому что... О! А, Никита... Доширак теперь жжет. Говяжий? Да, говяжий, говяжий люблю. Это каблук, да. А его девушка бросила, он сейчас ему плохо. Да, Зая. Девушка бросила. А он подарки ей не покупал, вот и бросила. А я тебе покупаю, ты ж меня не бросишь. Мне сегодня донатик накидали, я все на тебя потрачу, только не ругайся. Пожалуйста, не кричи на меня. Весь донатик, да. Сейчас, я сейчас маску ищу. Вдруг, ну что, просто меня тут бликует пена. Зайчонок, не надо ругаться. Да, люблю тебя, и что? Уйо. Ты что, сам с собой разговариваешь, ебать? Че? А хотите, я вам перевод покажу все? Конечно, Валера, давайте быстрее, мне вставать в 9. А бегемота показать? Кого? Бегемот у него есть, кожаный бегемот. А бегемота показать или пох? Ой! Только я просто покажу, чтобы это... Все равно там поток секретный, он потом под удаление пойдет. Видно? Хуя помогает. Вот, смотри, вот это я тут сплю. Я себя чувствую Томми Хендриксоном здесь. А это электровелосипед? Вот, смотри. Видно? Ага. Я себя чувствую Томми Хендриксоном. А где компьютер? Он в другой комнате. Я себя чувствую Томми Хендриксом. А это какой-то беспилотник, что ли, снимает? Не, это камера просто с проводом. Сейчас! Видно? Я так курьер, что ли? Это велосипед. Смотря. Какой-то фильм ужасов. Это у меня еда здесь. Да, не знаю, наверное, я бы лучше бы развелся. Вкусняшки. Я даже не знаю, что такое есть. О, вот он, сладенький. Вот так вот. Нормально? Да, Валера, все хорошо. Я себя чувствую так, Томми Хендриксоном. Да. Вот, смотри. Это, малять, тут я сижу, да? Вот, смотри. И вот у меня тут контроль идет. Смотри. А, кстати, вот там антипы есть. Валерий, покажи. Да, покажи. Есть. Это Ларков. Деда, я записал на тебя 10 хихихи, ты готов? Давай, давай, дорогой!
також так був на Томі Хендерсона. По-моему, Никита Игоревич ушел. Нет, я никуда... Нет, я не ушел. Что? Многие девки меня хотят, я тут Лолочка, Лолочка. Да кто такая-то Лолочка? Лолочка. Вот, и надо на тещу смотреть. Тещу я, к сожалению, не видел. Вот, ну там все мне понятно. Лолочка. О, это мы с дедушкой. Это я в буфете был. Опа-на, опа-на. А Никита пойдет с нами или нет? Никита идет спать. Завтра чипы, чипы. Надо судить чипы, так сказать. Чипы, чипы. Так, я... Так, все, все, все. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Никита Игоревич. Хорошего вам сна. Я только мысль о том, что завтра будет новый день и новый рэп из ваших уст. Дает мне возможность встать с кровати. Если бы я знал, что нового рэпа не будет, я бы даже не вставал. Батя, давайте. Потом, значит, как только... Я могу в вашем клипе сняться. Вот, о. Да, могу. Ну, такая мне надо роль, чтобы была романтичная, понимаете? Чтобы я так изи, сказать... изи. Что изи? Я слова буду проверять. Вы под любой клип меня не затянете. Это что такое? О, это батя. А сверху что? Это вы, Валера, его засадить хотите, пока он спит. Рыбалки видите. Вот, это так называется картина. Двое с рыбалки. Валера, а почему ты серый? А он, так сказать, шифруется. Так сказать, он же инкогнито. Мы же не можем выяснить, серый человек. Он же всегда, так сказать, неизвестно кто. Пожалуйста, Валера, то есть, понимаете, батя, он тебя раком поставил и засадил хуй, блин. И ты еще считаешь, что Мищенко нормальный? Я не знаю, батя. Это не Толя рисовал, это Анечка. Это девочка, бля, рисует. Это подруга Толика. Лесбиянка. Тоже ебанашка.